Защита Земли от астероида состоит из двух ключевых компонентов. Первый компонент – это своевременность обнаружения опасного астероида или кометы. А второй – это сведение данного небесного тела с опасной траекторией, которая может привести его к столкновению с Землей. Европейское космическое агентство и НАСА планирует на 2022 год осуществление так называемой миссии «АИДА», в ходе которой они будут таранить космическим аппаратом астероид Дедим. Надо сказать, что это достаточно мирный астероид, никакой угрозы для Земли он не представляет. Но, осуществив эту операцию, ЕК и НАСА хотят отработать сам принцип ввода небесного тела с опасной траекторией.